Дом 2 новости. Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта. После ссоры с невестой Илья Ебаров решил воспользоваться ситуацией и отправился в гостиницу к девушкам с острова любви. По его словам, он всего лишь пообщался с загорелыми красотками, сел в такси и уехал обратно. Однако Влад Кадони рассказал, что Ебаров хвастался перед ними своей ночью с Лизой Кордобовской. Тата Абрамсон и Валера Блюменкранц станут родителями. Две полоски явились сюрпризом для обоих. Как отреагировал папа, недавно заявлявший о своей нелюбви проектом отношений к Тате? Валера обрадовался. Парень наконец признался в своих нежных чувствах и пообещал не бросать никогда. Ребята решили поделиться радостной новостью и позвонили родителям. Ольга Рапунцель, узнав, что Тата в положении, тоже решила завести ребенка, чтобы выиграть в конкурсе. Но Оля уверена, что Дима бесплоден, поэтому она хочет, чтобы Дима проверился у врачей. Костя Иванов и Саша Гозя собрались ехать в гости домой к Косте, но Костя заявил, чтобы Саша платила за билет. Гозя в шоке, почему ее парень не может на нее выделить средства. На острове за последние дни было очень много всего – ссоры, ругань, оскорбления, драки. Скоро сами все увидите. Интересная новость с сайта Шлок. Девчонки острова продолжают злиться на Олега Бурханова. Возникает вопрос, сможет ли Олег наладить отношения с коллективом. Известный журнал Star Hit опубликовал фото Элины Камерен в объятиях 22-летнего бодибилдера. Экс-участница «Дома-2» была замечена на свидании с молодым ухажером. Судя по всему, отношения влюбленных завязались совсем недавно. По словам окружения Элины Камерен, с новым избранником ей хорошо, но знакомить его со своей дочерью она не спешит. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.